Вот он вышел из дома, идет на пробежку. Он специально за будкой прячется, чтобы их камеры не сняло. Вот вышли, остановили его. Видно же, явно видно, что он одет вот эту бесогонку там. Сверху спортивная форма, сумка на спине. Нет, начали затолкать его в машину. Самый главный фальшивый удостоверение говорит, показывает. Там вместо имени что попало написано было. Вместо звания там бывают такие матные слова. Стоять долго, уговаривать его, чтобы сел в машину. Видели, что делает? Нет. Сам он не сядет. Начали его насильно затолкивать. Вот люди тоже стоят, как на концерт смотрят. Никому до этого не дело. Машина тоже проезжает, как будто ничего нет. Ничего не происходит. Привыкли уже. Вот еще один сотрудник выходит с мечети. Он, видимо, умывальник зашел, они тоже отмазываются, говорит, его ждали. Вот он, на помощь.
Вот он явно видно на весогонке, видите?